Добрый день, дорогие друзья! Готовим вкусный и красочный салатик на Новый год. Свежий огурчик нарезаю брусочками. Также нарезаю помидор дольками. Репчатый лук полукольцами тонкими. Отварную говядину соломкой. Морковь натираю на терке для корейской моркови. Посыпаю солью и немного жамкаю. Отправляю в салатник. Для заправки использую растительное масло, черный молотый перчик и красный молотый перчик, а также зубчик чеснока. Салатик посыпаю солью, добавляю консервированный горошек, перемешиваю и заливаю горячей заправкой, процеживая через сито. Салатик готов. Приятного аппетита! Салатик поставьте в холодильник на полчаса.